Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение. Очень интересная уже преамбула. Приезжайте. Я надеюсь, что в своем докладе мне удастся ответить на несколько вопросов, заданных предшествующим лекторам, вопросов, которые Михаил Романович задал. Итак, целью моего доклада является осветить то, что уже известно о неоадъювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы, и, может быть, нацелить нас всех на те вопросы, которые требуют поиска ответов, поиска решения. Итак, адъювантная и неоадъювантная терапия – это особая возможность воздействия на опухоль, когда она представлена в виде минимального объема, в отличие от метастатической болезни, и позволяет значимо увеличить долю излеченных больных по сравнению только с хирургическим лечением, и, в общем-то, у части больных значительно продлить жизнь. Мы не будем говорить об очевидных вещах, когда опухоль первично неоперабельная, когда мы не можем начать с хирургического этапа лечения. А вот в случае, когда опухоль потенциально первично операбельна, у нас при раке молочной железы возможны два сценария развития событий. Мы можем начать с хирургического этапа и дальше, разобравшись с распространенностью, с подтипом опухоли, обсуждать адъювантное лечение, либо начать с предоперационного неоадъювантного лечения, после чего выполнять хирургический этап и опять же определять варианты адъювантного лечения. Целями неоадъювантной терапии, опять же оговариваюсь, не исходно неоперабельных опухолей, когда основной целью неоадъювантного лечения является прежде всего приведение опухоли в операбельное состояние, а при первично операбельном раке молочной железы, как сказала уже Елена Михайловна, это увеличить возможность выполнения органосохранной операции. Это, конечно же, воздействие на микрометастазы и потенциальная возможность эрадикации микрометастазов. Но самое главное, проведение неоадъювантного лечения – это уникальная модель изучения биологии опухоли, ответа ее на тот или иной вариант лечения, изучения резидуальной опухоли. То есть это то наше все сейчас, на основании чего делаются существенные подвижки в понимании биологии опухоли, в понимании процессов, происходящих в процессе лечения, и возможности поиска новых путей решения и проблемы лечения и улучшения результатов лечения. Прежде чем говорить о чем-то новом, мы должны вспомнить о тех уроках, которые нам уже удалось извлечь из ранних исследований, посвященных неоадъювантному лечению. Большой метаанализ, включивший более 1200 пациентов, женщин раком молочной железы, у которых предположительно предполагалось, что проведение предоперационного неоадъювантного лечения будет более эффективно, чем назначение такого же варианта лечения в адъювантном. Этот метаанализ показал, что от перемены мест слагаемых суммы не меняется, и проведение химиотерапии как в неоадъюванте, так и в адъюванте в отношении отдаленных результатов, как безрецидивной, так и общей выживаемости, имеет абсолютно идентичные результаты. И другой очень важный урок, который мы должны четко понимать и использовать на сегодняшний день только так сейчас, это унификация критериев определения полного лечебного патоморфоза. Длительное время мы основывались на полном лечебном патоморфозе в первичной опухоли, но, к сожалению, проведенные исследования, накопленный опыт показал, что достижение полного лечебного патоморфоза, то есть отсутствие инвазивных элементов опухоли только в первичной опухоли, этого недостаточно, чтобы говорить о существенном влиянии на отдаленные результаты. И на сегодняшний день под полным лечебным патоморфозом понимается отсутствие инвазивного рака в ткани молочной железы и регионарных лимфоузлах, вне зависимости от наличия протоковой карциномы инситу. И более жесткие критерии, предложенные германской группой по изучению рака молочной железы, GBG-критерии, так называемый Global Complete Response, Pathological Complete Response, которая предполагает отсутствие не только инвазивных компонентов, но и элементов карцинома инситу как в первичной опухоли, так и в регионарных лимфоузлах.
В большинстве исследований, о которых я буду говорить сегодня, в качестве критерия полного лечебного патоморфоза используется критерий тотального лечебного патоморфоза, отсутствие остаточного инвазивного рака в ткани молочной железы и регионарных лимфоузлах, вне зависимости от наличия протоковой карциномы инситу. Почему это так важно? Проведенный анализ показал, что выживаемость как бессобытийная, так и общая у больных, у которых полный лечебный патоморфоз был достигнут только в первичной опухоли, была несопоставимо хуже, чем тех больных, у которых элементов опухоли, инвазивных элементов опухоли, не было выявлено после проведенного лечения не только в первичной опухоли, но и в регионарных лимфоузлах. Итак, мы приступаем к особому подтипу рака молочной железы, HER2-позитивному. Почему? Потому что известно, что экспрессия гена CRBB2, определяющего гиперэкспрессию рецептора эпидермального фактора роста второго типа, определяет меньшую эффективность стандартных вариантов химио- и эндокринотерапии, определяет ухудшение безрецидивной и общей выживаемости. Но в то же время был отмечен такой парадокс, что несмотря на свою неблагоприятную биологию, опухоль, имеющая экспрессию HER2, отвечает почти так же хорошо на любой вариант химиотерапии, как и трижды негативные опухоли. Однако, несмотря на то, что частота полных лечебных патоморфозов при проведении любого варианта лекарственного лечения у HER2-позитивных больных выше, выживаемость у больных с амплификацией или с гиперэкспрессией HER2 не сопоставимо хуже, чем у больных, у которого этого показателя в опухоли нет. И появление трастузумаба, первого антихер-препарата, введение его в режим лечения в начале метастатического рака молочной железы, показало, что добавление только трастузумаба к стандартным режимам химиотерапии позволяет добиться результатов улучшения выживаемости, сопоставимых с таковыми, достигнутыми за всю историю эволюции химиотерапии. Прибавка общей выживаемости составила более 8 месяцев. Итак, какие мы ставим вопросы при планировании неоадъювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы? Кому показано неоадъювантное применение антихер-терапии? Когда начинать применение антихер-препаратов? Вариант антихер-2-терапии для неоадъювантного лечения? Оптимальный режим, сопутствующий неоадъювантной химиотерапии? Вариант антихер-2-терапии в адъювантном режиме после неоадъювантного лечения? Итак, кому показано неоадъювантное применение антихер-2-терапии? Мы не говорим о первично неоперабельном раке молочной железы, это местно распространенные или отечно-инфильтративные варианты опухоли, когда действительно начинать надо с неоадъювантного лечения, и мы сейчас это уже знаем, это уже постулат, максимально раннее начало антихер-терапии принципиальное значение имеет для этих пациентов, и это, в общем-то, согласуется с рекомендациями последней версии NCCN, где для неоперабельного, исхода первично неоперабельного рака молочной железы обязательным является назначение неоадъювантного лечения, включающее и антихер-2-терапии. При первично операбельном раке молочной железы сошлись эксперты на том, что критерием, определяющим необходимость начинать лечение с неоадъювантного лечения, а не с хирургического, это размер опухоли Т2 и более и или наличие пораженных регионарных лимфоузлов. И, в общем-то, это нашло отражение в рекомендациях NCCN второй версии 2016 года. Итак, когда начинать применение антихер-2 препаратов? Ответ на этот вопрос был получен в исследовании NOAH. Это первое исследование по применению антихер-препаратов трастузумаба у больных с исходным первично-неоперабельным раком молочной железы в неоадъювантном лечении. Дизайн исследования предусматривал группу сравнения с HER2-негативным раком молочной железы, и тогда это было этически оправдано, была группа сравнения с HER2-позитивным раком молочной железы, не получавшая неоадъювантно трастузумаба. Первый анализ результатов этого исследования показал наглядно, что добавление трастузумаба в неоадъювантное лечение позволяет достоверно улучшить непосредственную клиническую эффективность, значимо вдвое увеличить частоту достижения полного лечебного патоморфоза, вдвое увеличить частоту органосохранных операций, но, что очень важно, первый анализ при медиане наблюдения 3 года показал, что введение трастузумаба уже на этапе неоадъювантного лечения
в режим лечения пациентов, позволяет достоверно увеличить трехлетнюю бессобытийную выживаемость. Очень приятно было увидеть, что спустя более длительный срок наблюдения, при сроке медиане наблюдения более 5 лет, было подтверждено, что введение трастузумаба уже на этапах неоадъювантного лечения в режим лекарственного лечения пациентов позволяет сохранить достоверное преимущество в отношении как бессобытийной выживаемости, так и общей выживаемости этих больных. Как вы видите, различия в бессобытийной 5-летней выживаемости у больных, получивших и не получивших трастузумаб в неоадъювантном режиме, составили более 14%, а общей выживаемости 5-летней более 10%. В этом исследовании было показано, что использование трастузумаба уже на этапе неоадъювантного лечения позволяет приравнять выживаемость и течение болезни больных с HER2 гиперэкспрессией в опухоли к таковой у больных, не имеющих этого неблагоприятного молекулярно-биологического маркера. Таким образом, когда встает вопрос, когда же нужно начинать антихер-терапию, мы должны четко понимать, что максимально раннее начало применения трастузумаба позволяет значимо улучшить результаты, в том числе и отдаленные лечения этих пациентов. Добавление трастузумаба к режимам неоадъювантной терапии при HER2-позитивном раке молочной железы значимо увеличивает частоту достижения полной морфологической ремиссии, бессобытийную выживаемость, позволяет добиться результатов, сопоставимых с таковыми у больных с HER2-негативными опухолями. Какой вариант антихер-терапии на сегодняшний день является предпочтительным? Накопленный опыт по лечению метастатического HER2-позитивного рака молочной железы показал, что двойная комбинация, двойная блокада HER2-рецептора позволяет добиться лучших результатов, чем блокада только одним препаратом трастузумаб. Так, комбинация трастузумаба с лапатиниба у больных, предлеченных HER2-позитивным метастатическим раком молочной железы, позволяла добиться контроля над болезнью 25% больных и позволяла увеличить общую выживаемость на 4,5 месяца. Что могла дать эта комбинация в раннем раке молочной железы, в частности, при его использовании этой комбинации в неоадъювантном лечении, было изучено в большом количестве исследований, включивших более 5000 пациентов, показавших, что так или иначе использование трастузумаба и лапатиниба в комбинации с тем или иным режимом неоадъювантной химиотерапии позволяет достоверно увеличить частоту полных морфологических регрессий в опухоли. Однако оказалось, что значимое увеличение частоты полных морфологических регрессий в группе, получивших комбинацию лапатиниб с трастузумабом и паклитокселом, к сожалению, не реализовалось, не отразилось в изменении результатов отдаленной выживаемости. В частности, оценка 3-летней бессобытийной и общей выживаемости не показала достоверных различий между группами, получившими комбинацию двух антихер-препаратов и монотерапию трастузумабом с паклитокселом в качестве неоадъювантного лечения. Более интересными результатами лечения оказалось использование комбинации трастузумаба с пертузумабом. Даже у сильно предлеченных пациентов метастатических такая комбинация позволяет добиться контроля над болезнью у каждой второй пациентки и получить дополнительные 5 месяцев выживаемости до прогрессирования, несмотря на сильную предлеченность. В качестве первой линии лечения комбинация трастузумаба с пертузумабом и доцитокселом продемонстрировала беспрецедентные результаты как в отношении непосредственной эффективности более 80%, так и увеличение выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости на более чем 15 месяцев. Изучение эффективности комбинации трастузумаба с пертузумабом при раннем раке молочной железы в виде неоадъювантного лечения было проведено тоже в значительном числе исследований, большая часть из которых было исследование второй фазы. Остановлюсь на наиболее знаковых, ставших регистрационными, позволившими одобрить комбинацию пертузумаба с трастузумабом для неоадъювантного лечения. Это исследование «Неосфера», о котором уже сегодня говорили неоднократно, в котором изучалась комбинация двух антихер-препаратов трастузумаба с пертузумабом как отдельный вариант неоадъювантного лечения, комбинация доцитоксела с пертузумабом, комбинация классическая доцитоксела с трастузумабом и тройная комбинация доцитоксела-пертузумаб-трастузумаб. После 4 курсов все больные подвергались хирургическому лечению и дальше получали обязательно антрациклины и трастузумаб в качестве адъювантного лечения. И другое исследование, Трифена,
который в большей степени, целью которой было оценить кардиологическую безопасность использования двойной комбинации трастузумаба и пертузумаба в сочетании с антрациклинами. Ну, также в этом исследовании изучалась и непосредственная эффективность в виде частоты достижения полных морфологических регрессий. Исследования были очень схожи по пациентам, включенным в исследование. Это были молодые женщины в возрасте около 50 лет, около половины из которых имели опухоль, не имеющую коэкспрессии стероидных рецепторов. Но следует сказать, что в оба эти исследования было включено всего 30% больных с исходно-первичной неоперабельной опухолью. Как вы видите, в исследовании NeoSphere таких больных было 39%, в исследовании Трифена и того меньше 31%. В качестве оценки непосредственного эффекта была избрана точка оценки полной морфологической ремиссии, как в первичной опухоли, так и полной, то есть включающей и первичную опухоль, и регионарные лимфоузлы. Следует сказать, что комбинация трастузумаба, пертузумаба, доцитоксела позволила практически вдвое увеличить частоту достижения полных морфологических ремиссий по сравнению с классическим вариантом трастузумаба с доцитокселом, причем как в первичной опухоли, так и полного лечебного патоморфоза, то есть исчезновение всех инвазивных элементов опухоли и в первичной опухоли, и в регионарных лимфоузлах. Наилучшие результаты были получены у пациентов, опухоли которых не имели экспрессии стероидных рецепторов. В исследовании Трифена наилучшим вариантом по эффективности, по частоте достижения полных морфологических ремиссий оказалась комбинация неантрациклиновая пертузумаб, трастузумаб, доцитоксел, карбоплатин. Частота достижения полной морфологической регрессии у этих больных, особенно не имеющих экспрессии рецепторов эстрогена и прогестерона, достигла порядка 80%. Следует сказать, что эти комбинации оказались высокоэффективны и у больных с исходно-первично неоперабельными опухолями. Как вы видите, комбинация пертузумаб, трастузумаб, доцитоксел позволяла добиться у 40% при местно распространенном полных морфологических регрессий, и даже при отечно-инфильтративном раке у 30% больных была достигнута полная морфологическая регрессия. Интересным наблюдательным фактом, по которой пока, конечно, не может стать лечь в основу рекомендаций, было наблюдение, что использование комбинации пертузумаб, трастузумаб, карбоплатин, доцитоксел при отечно-инфильтративном раке, 4 таких больных было в этом исследовании, у всех 4 больных на фоне лечения была достигнута полная морфологическая регрессия опухоли первичной и регионарных лимфоузлов. Оценка кардиологической безопасности показала, что комбинация пертузумаба и трастузумаба, два антихер-препарата, в комбинации со стандартными режимами неоадъювантной химиотерапии имеет абсолютно приемлемую кардиологическую токсичность, то есть не было продемонстрировано усугубление кардиологической токсичности от добавления второго антихер-препарата. Наиболее значимыми результатами исследования NeoSphere явилась оценка результатов безрецидивной выживаемости. На сегодняшний день мы располагаем результатами уже 5-летних сроков наблюдения, показавших, что комбинация пертузумаб, трастузумаб, доцитоксел, 4 курса предоперационных, позволяет увеличить 5-летнюю безрецидивную выживаемость по сравнению с классическим вариантом трастузумаба, доцитоксела на 5%, а у больных, достигших полной морфологической регрессии, различия в 5-летней безрецидивной выживаемости составили почти 9%. Таким образом, результатами этих трех базовых неоадъювантных протоколов антихер-терапии HER2-позитивного рака молочной железы в неоадъюванте явилось то, что частота полных морфологических регрессий при использовании пертузумаба с трастузумабом достоверно оказалась выше по сравнению с комбинацией только с трастузумабом. Частота нежелательных явлений была сопоставима, то есть введение в режим неоадъювантного лечения пертузумаба не усугубил значимо токсичность лечения. И было продемонстрировано достоверное увеличение 5-летней безрецидивной выживаемости в группе терапии комбинации пертузумаба с трастузумабом. В этом году были представлены результаты неоадъювантного использования другой комбинации двух антихер-препаратов ТДМ-1, Кадсилы и пертузумаба. По сравнению с уже ставшей классикой жанра неоадъювантного лечения комбинации пертузумаб-трастузумаб, доцитоксел, карбоплатин.
Первичной целью этого исследования была оценка частоты полных морфологических регрессий. В исследование включались молодые женщины, средний возраст которых составил 49 лет. 38% пациенток не имели в опухоли экспрессии стероидных рецепторов. И местно распространенный первичный неоперабельный процесс был у 17% больных. При оценке непосредственной эффективности по частоте достижения полной морфологической регрессии оказалось, что комбинация пертузумаб, трастузумаб, доцитоксел, карбоплатин превосходит комбинацию ТДМ1 с пертузумабом в отношении достижения частоты полных морфологических регрессий и в отношении выполнения, частоты выполнения органосохранных операций после проведенного неоадъювантного лечения. А вот в отношении переносимости неоадъювантного лечения комбинация ТДМ1 с пертузумабом оказалась более предпочтительной, практически не имея ни серьезных нежелательных явлений, ни каких-то значимых, которые могли повлиять на изменение режима неоадъювантного лечения. Таким образом, при планировании неоадъювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы мы должны отдать предпочтение по возможности двойной комбинации пертузумаба и трастузумаба со стандартными режимами неоадъювантной химиотерапии, в том числе и антрациклин-содержащими. Что же делать с больными, получившими в неоадъюванте антихер-терапию после хирургического лечения в адъювантном режиме? Ответить на этот вопрос мы пока не можем, потому что мы ожидаем результатов исследования Affinity и Кейтлин, в рамках которого изучается значение применения уже в адъювантном режиме двойной комбинации двух таргетных препаратов антихер, трастузумаба и пертузумаба в комбинации со стандартными режимами адъювантного лечения. Первые результаты ожидаются в 2018 году. Мы будем их ждать, поэтому до сегодняшнего дня стандартом адъювантного лечения после проведенного неоадъювантного антихер содержащего лечения является трастузумаб до года суммарно, и никаких других данных мы пока не имеем. Исследование Кейтлин ответит нам на вопрос, имеет ли преимущество назначения в адъювантном режиме комбинации ТДМ1 и пертузумаба по сравнению с классическим вариантом трастузумаб с пертузумабом или трастузумаб в монотерапии. Итак, в результате исследований Неосфер, Трифена и Кристин была подтверждена высокая эффективность комбинации пертузумаба и трастузумаба в неоадъювантном лечении. Увеличение частоты полных морфологических регрессий при использовании комбинации трастузумаба и лапатиниба в связи с тем, что они не транслировались пока в увеличение отдаленных выживаемости, не может быть эта комбинация рекомендована для неоадъювантного применения. ТДМ1 в комбинации с пертузумабом не может быть также рекомендован для неоадъювантного лечения. И до получения результатов исследования Affinity эффективность адъювантного применения комбинации пертузумаба и трастузумаба остается неопределенной. При определении принципов неоадъювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы мы руководствуемся тем, что все больные, опухоли которых отвечают критериям Т2 и более и имеют пораженные лимфоузлы, то есть N1 и более, могут и должны рассматриваться как кандидаты для проведения неоадъювантной антихер-содержащей терапии, и пертузумаб-содержащие режимы могут быть уже назначены таким пациентам. Извините. Так. При оценке evidence block, который сейчас стал использоваться в гайдлайнах NCCN, мы можем увидеть, что наиболее эффективными, доказанными и исполнимыми для применения на сегодняшний день в качестве неоадъювантного является использование 4 антрациклин-содержащих курсов с последующим назначением пертузумаба, трастузумаба с таксанами. Итак, если мы поставим вопрос, является ли пертузумаб, трастузумаб, таксаны стандартом неоадъювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы, мы должны ответить прежде всего на один вопрос. Если основная цель, которую мы ставим
при данной конкретной клинической ситуации достижение операбельности опухоли, то мы ответим, конечно же, да, потому что действительно такая комбинация пертузумаб, трастузумаб, таксаны позволяет достоверно увеличить и частоту клинических ответов, больше дать вероятность переведения опухоли в операбельное состояние, больше вероятность достижения полной морфологической регрессии и выигрыш такой пациентки от назначения уже на этом раннем этапе двойной комбинации будет, конечно же, очевиден. Если же основная цель увеличения общей выживаемости, то есть опухоль первично, в общем-то, операбельна, то, наверное, мы пока не сможем однозначно ответить о том, что комбинация пертузумаб-трастузумаб должна входить обязательно уже на этапе неоадъювантного лечения, поскольку мы пока не имеем зрелых результатов исследований для достоверной оценки отдаленных результатов. В заключение мне бы хотелось коротко пробежаться по принципам неоадъювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы. Стандартным оптимальным числом курсов неоадъювантной терапии должно являться 6-8. Добавление антихер-2 препаратов в неоадъювантные режимы позволяет улучшить результаты лечения этих больных. Раннее начало, то есть уже на этапе неоадъювантного лечения антихер-препаратов, это основной принцип терапии этой подгруппы больных. Использование эпирубицина представляется безопасным и высокоэффективным в неоадъювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы, однако более рационально последовательное применение антрациклинов и антихер-2 препаратов. Использование комбинации двух антихер-препаратов более эффективно как в отношении достижения операбельности опухоли, так и достижения частоты полных морфологических регрессий. Использование комбинации пертузумаб-трастузумаб-таксан содержащего лечения считается рациональным и оправданным, когда основной целью неоадъювантной терапии является достижение максимального эффекта, то есть местно распространенный или отечно-инфильтративный рак молочной железы. Данные об эффективности применения комбинации пертузумаб-трастузумаб в адъювантном режиме ожидаются, поэтому мы пока говорим об адъювантном применении только трастузумаба до года суммарно. И по завершении всего объема неоадъювантного лечения и выполнении хирургического этапа лечения мы должны обязательно обсуждать назначение по показаниям эндокринотерапии и лучевой терапии. Вопросы, на которые нам еще предстоит ответить, я думаю, что вы все можете их еще и дополнить, это оптимальный вариант антихер-2 терапии в адъювантном режиме после неоадъювантной терапии, то есть один антихер-препарат или все-таки комбинация пертузумаба с трастузумабом. Оптимальный режим химиотерапии, что лучше, антрациклин содержащий или безантрациклиновые режимы, кому предпочтение нужно отдать антрациклины, а у каких больных можно обойтись безантрациклиновыми режимами. Что делать с больными, у которых на фоне неоадъювантной антихер, содержащей неоадъювантное лечение, осталась резидуальная опухоль? И целесообразность изменения антихер-терапии в случае сохранения резидуальной опухоли после неоадъювантного проведенного лечения. Таким образом, на сегодняшний день, что ж такое, мы можем говорить о том, что для HER2-позитивного рака молочной железы неоадъювантная терапия имеет краеугольное значение, особенно для опухолей первично неоперабельных. И обсуждать неоадъювантное лечение при HER2-позитивном раке молочной железы с обязательным включением уже на этапе неоадъювантного лечения антихер-препаратов мы должны при размере опухоли более, по оценке стадирования 2 и более, либо при наличии верифицированных пораженных лимфатических узлов. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие есть вопросы к Людмиле Григорьевне? Ее редко можно встретить в России. Если вы делаете неадъювантную химиотерапию и таргетную терапию, например, с таксанами, на четвертом курсе вы видите, что у вас стабилизация процесса, недостаточная регрессия. Есть ли смысл поменять на антрациклины? Вы имеете в виду в случае, когда мы начали с таксан содержащего лечения? То есть доцитоксел, карбоплатин, вы эту имеете в виду комбинацию? Нет, я имею в виду, когда мы... Вы перевертыш делаете, то есть начинаете с таксанов, а потом... Мы начинаем терапию, трастузумаб, пертузумаб и таксаны. Делаем 4 курса, у нас стабилизация. Нету более 50% регресса опухоли. В данной ситуации
мы продолжаем до 8, как мы предположили, или можем поменять на тетрациклин? Должна внести тогда пояснение. Когда речь идет о 8 курсах, речь идет о 4 таксан-содержащих и 4 антрациклин-содержащих режиме. То есть вне зависимости от, ну если мы только не видим очевидного прогрессирования болезни, пациентка в неоадъювантном режиме должна получить 4 таксан-содержащих и 4 антрациклин-содержащих курса. Речь о 6 курсах без антрациклиновых может идти только если мы используем комбинацию доцетоксел-карбоплатин. А если вы начали с 4 доцетоксел-пертузумаб-трастузумаб и не видите какого-то значимого эффекта, вы все равно должны потом переключиться на 4 антрациклин-содержащих. Спасибо, Людмила Григорьевна. Еще вопросы? Марина Борисовна, с удовольствием выслушаю ваш вопрос. Ну, во-первых, я должна поблагодарить, извините, я спиной кому-то буду, поблагодарить за великолепную лекцию. Но у меня вопрос, который не только HER2 положительного рака молочной железы касается, а вообще, наверное, неоадъювантной химиотерапии. Мы, мне кажется, находимся под неким гипнозом этого вида лечения. Я абсолютно согласна, что с научной точки зрения это лечение дает бесценную информацию. И тут как бы вопрос закрыт. Скажите, пожалуйста, уверены ли вы в том, что больным тройным негативным раком молочной железы, первично операбельных, я только обсуждаю первично операбельных, например, в какой-то степени HER2 положительным больным, мы можем, как сказать, пропагандировать проведение неоадъювантной химиотерапии в России вот при нынешнем нашем состоянии медицины, вообще онкологии в частности. Объясню почему. Дело в том, что мы все время ускользает во всех наших докладах два момента. Первый момент, что проводя первично операбельный больной неоадъювантную лекарственную терапию, мы откладываем хирургическое лечение. И пока второй момент, который меня всегда смущает, я во всяком случае, мне не попадалось ни одной работы, которая бы показывала, что у первично операбельных больных до операции лучше, чем после операции. Мы все время говорим, что неоадъювантная терапия достижение полного патоморфоза улучшает отдаленные результаты, но мы забываем вторую часть фразы. По сравнению с теми, кто не достиг полного патоморфоза, но, мне кажется, никто не сравнивал, кроме вот этого цитированного вами исследования NSABP-18, никто не сравнивал до и после. Вот уже, так сказать, сейчас, с учетом морфологической вот этой биологической классификации и прочее, прочее. Вот считаете ли вы, что мы должны так, скажем так, тиражировать популяризировать неоадъювантную терапию для практического здравоохранения? Я еще раз подчеркну, я не ставлю под сомнение значение этого метода как инструмента быстрой оценки эффективности тех или иных препаратов. Марина Борисовна, огромное спасибо за поднятую проблему. Хочу, пользуясь возможностью с трибуны, сказать, что никогда в отношении трижды негативного рака молочной железы я не позволяла себе пропагандировать первично операбельным больным начинать с неоадъюванта вне рамок клинических исследований. Позволю сослаться на свою же работу, в которой мы проанализировали выживаемость больных, отдаленные результаты, первично условно операбельным трижды негативным раком молочной железы, которым было начато с неоадъюванного лечения и которым было выполнено вначале хирургическое вмешательство, а потом в зависимости от распространенности опухоли было проведено адъювантное лечение. Так вот, оказалось, что у совсем ранних трижды негативных больных, то есть это первые 2А стадии, никакого различия, вот как в исследовании НСАП-18, от перемен мест слагаемых вообще ничего не меняется, что до, что после не имеет значения. А вот у больных условно первично операбельных, то есть когда опухоль 2B3A, она технически удалима, но встает вопрос, полечить, удалить или удалить, потом полечить. Так вот, оказалось, что больные, которым изначально было выполнено хирургическое вмешательство, а потом проведено адъювантное лечение, имели достоверно лучшую выживаемость по сравнению с теми больными, которых при исходно первичной операбельной опухоли трижды негативного рака молочной железы проводилось стандартное неоадъювантное лечение. Поэтому, когда речь идет о трижды негативном раке молочной железы, на мой взгляд, вне рамок клинических исследований первичной операбельной опухоли, наверное, не надо лечить неоадъювантным химиотерапией. Спасибо. Что касается HER2-позитивного рака молочной железы, тут доказано, что
Т2 и выше, Н1 и выше, уже имеет смысл начать с неоадъювантного лечения, потому что выигрыш выживаемости у них оказался очевиден. Ну, опять же таки, это сравнивали с больными, которые не достигли полного патоморфоза. Вот я пытаюсь понять, были ли какие-то работы, которые сравнивали лечение до операции и лечение после. Другое дело, что с появлением пертузумаба, который пока в адъювантной терапии не используется, я соглашусь, что для вот конкретно этой узкой ситуации, да, больные выигрывают, потому что мы юридически пока им не можем адъювантно пертузумаб назначить, можем только предоперационно, поэтому вот в этой ситуации, наверное, действительно больные выигрывают. Но просто, мне кажется, нужно всегда вот как-то, начиная неоадъювантную терапию, докторам очень четко понимать, чего они хотят добиться, имеют ли они реально возможности это сделать вот у себя на местах, в тех учреждениях, где они работают. Спасибо. Соглашусь с каждым сказанным вами словом. И при выборе тактики лечения у больной первично операбельной мы должны 10 раз подумать, чего мы хотим добиться у этой больной, начав ее с неоадъювантного лечения. Поэтому, я думаю, в скором будущем мы получим какие-то более внятные результаты в отношении HER-позитивных больных. Ну и в отношении трезвенегативных, к сожалению, все пока доклады заканчиваются. Требуются дополнительные исследования. Спасибо, спасибо. У меня вопрос к вам. Ну, во-первых, нужно сказать, что в большинстве исследований мы участвуем, международных. Что это не просто обзор литературы, которая... с которыми знакомы присутствующие. И плюс еще свой собственный уже колоссальный клинический опыт неоадъювантного лечения. Но у меня все-таки два вопроса. Очень много и много лет говорится о числе подмышечных узлов. Как влияет на все, что вы сказали, наличие метастазов, лимфоузлы и, ну, число известное, я не буду повторять. Это первый вопрос. И как обстоит дело с полным морфологическим эффектом? Когда-то я в Санкт-Петербурге сказал, что чем хуже морфолог, тем больше полных эффектов. Что как обстоит дело сегодня, с вашей точки зрения? Плохо обстоит дело с оценкой полной морфологической регрессии. Спасибо большое за ответ. А что касается числа пораженных лимфоузлов, этот показатель по-прежнему является независимым отрицательным прогностическим фактором, поскольку отражает агрессивность опухоли и повышает косвенно вероятность наличия микрометастазов. То есть чем больше пораженных лимфоузлов, тем больше вероятность, что болезнь имеет более распространенный характер, чем мы видим. Ну вот вы кривые показывали, безрецидивную выживаемость, общую выживаемость. Это относится ко всем группам вот, ношения лимфоузлов подмышечных? Или ноль, там один? Нет, приведенные мною кривые выживаемости – это так называемый intent to treatment, то есть это все включенные в анализ больные. А если посмотреть стратификационный анализ по заранее запланированным по группам, включая число пораженных лимфоузлов, мы увидим, что больные с большим числом пораженных лимфоузлов имели больший выигрыш от назначения неоадъювантного, конкретного, я говорю о неоадъювантном антихиротерапии, выигрыш по сравнению с теми, допустим, у кого было N0. То есть для HER-позитивного рака молочной железы использование двойной комбинации, более раннее использование двойной антихер-комбинации, выигрыш наибольший получают более диссеминированные пациенты. У меня вопросы к нашей сотруднице Лене Лубенниковой. Когда будет подкожный херцептин в ходу? Как он уже, в общем-то, имеется в доступности. А Елена? Ну, давайте возьмите микрофон. Для всякого. 600 миллиграмм. Ну, мы уже его, в принципе, имеем. Посмотрите, в арсенале, да? Мы хотим сказать о неоадъюванте. Для неоадъювантного использования подкожной герцептин. Где вы видите его точку применения, Елена Владимировна? Да. Ну, пока я думаю, что в адъюванте он наиболее удобен. Ну и, как предполагалось изначально, облегчает путь введения, время пребывания пациента в стационаре. Ну, соответственно, наверное, это легче исполнимо в адъювантном пока режиме, потому что неоадъювантные режимы предполагают введение химиопрепаратов. Соответственно, нам все равно нужна пункция вены.
возможно, там применение, если мы говорим о двойной комбинации с пертузумабом, соответственно, здесь не так актуально вот подкожное введение. Спасибо. А в адъюванте, я думаю, это очень перспективно и для врачей, и для пациентов. Спасибо, Лен. А как вы видите перспективу? Перспективу? Я вижу перспективу, точнее, мы перспективу обсудим после первых результатов Affinity, когда будет на цифрах показано влияние пертузумаба, трастузумаба в адъювантном режиме, то есть на этапе абсолютно микрометастатической болезни, после чего мы сможем более точно определить место двойной комбинации при лечении HER2-позитивного раннего рака молочной железы. Возможно, мы избежим перелечивания части больных в неоадъюванте, если увидим, допустим, потрясающие результаты в адъюванте. Поэтому ждем. Ожидаем результатов. А как вы видите перспективы антрациклинов, которые значимы для рака молочной железы? По-прежнему приветствую антрациклины для HER2-позитивного рака молочной железы в виде преимущественно, предпочтительно эпирубицина либо липосомального доксорубицина, поскольку все равно сбрасывается с счетов риск увеличения кардиотоксичности при совместном применении доксорубицина и трастузумаба, и пертузумаба в том числе, мы не можем, и эти больные действительно имеют кардиальную токсичность отсроченную. А последовательное применение 4 курсов эпирубицин циклофосфан, например, на плюс-минус 5-2 рацил, даже на фоне антихертерапии с последующими 4 курсами токсан, содержащих терапии, по-прежнему является золотым стандартом неоадъювантного лечения HER2-позитивного рака молочной железы. А как обстоит дело с топоизомеразой? Нужно валидировать. Елена Михайловна Слонимская правильно сказала. Мы не имеем до сих пор валидизированной методики определения этого показателя. Амплификация, иммуногистохимия, ФИШ-анализ. А значение было продемонстрировано во многих клинических исследованиях эффективность антрациклина в зависимости от наличия или отсутствия амплификации топоизомеразы 2-альфа. Спасибо большое. Какие есть еще вопросы? Да. Можно вопрос? Достаточно хорошо известно, что амплификация HER2 сочетается с амплификацией топоизомеразы, поэтому хорошо идут антрациклины вместе с антихер-препаратами. Мы показали, что у HER2-позитивных пациентов драматически высока частота соматической мутации BRCA. Более 60% больных с соматической мутацией BRCA. И отсюда, очень как вы говорите, очень хорошо зарекомендовался карбоплатин с антихер-2-препаратами. А было ли исследование сочетания антихер-2-препараты, антрациклины и карбоплатин? Нет, вот таких каких-то серьезных звучащих исследований именно с увязкой соматических мутаций БРК, амплификации топоизомеразы 2-альфа и комбинации антрациклинов и платиновых компонентов, еще антихер-препаратов, вот мне не попадалось. Хороший вопрос. Вот в одной схеме мне не попадалось. Ну, мы готовы сотрудничать с вами. Да.